что вы сегодня увидите и услышите. Это новейшая история Государственного музыкального театра национального искусства и его руководителя Владимира Назарова. Ни время и ни забвение укрыли тенью дела не столь давно минувших дней, а беспощадный огонь. Два пожара в доме Назарова уничтожили фото и видеоархивы жизни небольшой группы людей, которые на рубеже веков создавали театр. Свой театр. Создавали для себя, чтобы выжить, чтобы зарабатывать. Но во все времена даже советские классные музыканты, если не уходили в роково-подвальную оппозицию, имели возможность весьма приличных заработков. А уж тем более сейчас, при расцвете клубной, с позволения сказать, культуры. Человек, владеющий десятком инструментов, поющий на разных языках, в манере исполнителей многих стран, да еще танцующий, и обладающий собственным, невыразимо чистым и ясным обликом. Да на расхват, да за большие деньги, да на тусовки, да на закрытые корпоративные вечеринки, да на разогрев, в конце концов, именитых заокеанских и назначенных быть звездами наших замороченных мальчишек и девчонок. Но вопреки этому, в музыкальные школы и училища, в творческие вузы приходят те, кто слышит в музыке нечто большее, гораздо большее. Голоса предков? Да. Поющие и страдающие души? Да. Ликующие сердца? Ритмы жизни? Да голоса богов звучат в музыке. Вот и откликаются чуткие и восприимчивые на этот зов. Потому сегодня дочь имеет право сказать отцу на сцене его театра в присутствии тысяч зрителей под прицелом телекамер. Дамы и господа, я горжусь своим отцом. Пап, поздравляю тебя. За то, что жил да был, за то, что ел да пил, за все внося, как все, согласно общей смете, я разве не платил за пребывание здесь, за то, что я гостил у вас на белом свете, за то, что был сюда поставлен на постой, случайностью простой, а вовсе не по блату, я разве не платил со всеми наравне назначенную мне пожизненную плату. Спасибо вам за все, спасибо вам и вам. Почти 30 лет назад паренек из Новомосковска, что в Днепропетровской области, поступил в Московский государственный институт культуры. Поступил, имея за плечами музыкальную школу и училище по классу баяна и внешность законченного битника. Поступил и объединился с группой таких же одержимых музыкой в ансамбле русских народных духовых инструментов «Желейка». И уже в 1977 году ребята играли на сцене Парижа в грандиозном представлении легендарного режиссера Иосифа Туманова «Музыка и песни русских революций». А под звуки их дудочек танцевал балет Большого театра. А теперь они такие. Саша Григорьев, Володя Назаров, Юра Воробьев, Саша Агеев и Сережа Малашенко. Вот только Вася Порфирьев в эти юбилейные для театра дни задержался в Японии на преподавательской работе. «Желейка» была всего лишь первой ступенью ансамбля, который потом, впоследствии, стал играть музыку народов мира. Я просто понимал, что мне никто не позволит замахнуться на такую глобальную задачу и решить ее. У меня не было ни опыта, ни влияния, ни уважения, ни, так сказать, я просто был молоденьким мальчиком, которому едва-едва исполнилось 20 лет, и мои соратники, они тоже были совсем еще
некоторым было по 16 вообще. И поэтому пытаться что-то такое сделать, то, что мы сделали сейчас, я в данном случае не говорю о молодости труппы, она как раз это даже плюс, а именно руководителя. То есть пытаться сейчас, тогда сделать сразу бы, допустим, ансамбль фольклорной музыки мира или театр национального искусства музыки мира, это было бы наивно с нашей стороны. Поэтому мы решили начать с малого и организовали ансамбль старинных русских духовых, именно русских духовых инструментов «Желейка». Хотя мы и тогда уже могли играть музыку многих народов, но старались как бы пока до поры до времени держать эту идею в портфеле. А то, что мы занимались этим как современным искусством, ну, во-первых, как только мы сумели, как только получили такую возможность, мы, например, музицировали с группой «Юрай Хип», и делали это достаточно профессионально. Вот, мы месяц с ними жили в одной гостинице в Париже. Это был 77-й год. Для молодых группа «Юрай Хип» — это в одном ряду с «Пинк Флойд», и даже где-то там с «Битлсами», с «Роллингами» и так далее. То есть это была легендарная группа. Вот. Ничего, мы играли вместе с ней, и они играли на наших инструментах, мы на их, и нормально. Мы чувствовали современную музыку и знали ее. Мы сознательно занимались национальной музыкой, потому что нам это нравилось. Мы считали себя в этой музыке профессионалами, но никогда мы не думали, что мы играем и возрождаем что-то нечто старое, забытое, древнее. Последняя премьера театра Назарова «Русские фрески 20 века» — это не просто воспоминание о прошлом своего коллектива. Задача поставлена более масштабной. Весь этот фольклор был как бы красками, которыми мы писали свою авторскую картину. А эта авторская картина была «История России». Мы старались этими средствами рассказать, как мы видим происшедшее с нами. Вот. И хотя понятно, что там у нас не было еще, мы не замахнулись на то, чтобы персонажи и сложное развитие ролей, так сказать. Но мы попробуем дальше. Попробуем дальше идти в этом направлении. И, возможно, мы будем такие национальные оперы создавать именно при помощи национальной музыки разных народов. Москва, ура, 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 там все песни поют, через речку Вислу на коликах плывут.
жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас я не в добрый час. Любила, стрела, доброго ласа, ле-ле, ле-ле, доброго ласа. Старая дочка моя, была ли тогда, в 70-х, «Желейка» ангажирована властью? Не стала ли придворным ансамблем? Скорее всего, те молодые ребята, как и нынешние назаровцы, были ангажированы жизнью. Глубинный интерес к русскому фольклору, к прошлому страны, к истокам душевных переживаний россиянина сочетался с освоением мировой культуры. Свое 30-летие Владимир Назаров встретил созданием ансамбля фольклорной музыки, который впоследствии получит статус государственного. Тогда уже будут говорить о втором поколении назаровцев. А голоса Ирины Гущевой и Тамары Сидоровой с их утятами. Карнавал Владимира Назарова будет знать вся страна. Весь союз нерушим. Хотя театра еще нет. Добились такого высокого статуса, но это был статус Моисеевского коллектива или Светлановского оркестра, или там, допустим, Малого театра и так далее. Это был статус общесоюзный государственный ансамбль фольклорной музыки Союза СССР. Ну, действительно, мне даже пятикомнатную квартиру дали. Что это было впервые, что мне шлепнуло что-то на голову, вот так вот просто, ни с того ни с сего. Потом прикрепили к какой-то кремлевской больнице, дали персональный автомобиль, дали какие-то там пайки. То есть я сразу превратился в какую-то номенклатуру. То есть это говорит о том, насколько высок был статус нашего коллектива. Так вы не поверите, мы
не прошли ни единого худсовета за всю историю существования «Желейки», потом ансамбля фольклорной музыки, потом Государственного ансамбля фольклорной музыки Союза СССР. Ну, дальше я уже не говорю, потому что там Союз расценил, ну какие худсоветы. Ни единого худсовета. Мы никогда никому не задали вопрос, а можно мы это сыграем? Мы вели себя так, как вроде, ну если вы, допустим, там директор или худрук Москонцерта или Министерства культуры это не видели, то ваш заместитель уж точно видел и добро дал. Мы это не говорили, но это подразумевалось. И, видимо, от такой наглости, от такого нахальства никому в голову не приходило спросить, погодите, а где у вас лид на программе? Где печать вообще? Вы же не литовали программу. Где цензор? Где там что? Мы не... ни одного худсовета. Поэтому в Москонцерте у меня была кличка «Командир партизанского отряда».